Легальных рыбаков в регионе становится все больше. Этот вопрос сегодня обсудили на оперативном совещании при губернаторе округа. По данным Росстата, с 2013 года количество индивидуальных предпринимателей на рынке рыболовства в Ненецком округе увеличилось на 96%. Рыбаки выходят из тени, и для этого в регионе создаются все необходимые условия, отметил губернатор округа Игорь Кошин. Рыболовство – традиционный для региона вид деятельности, однако это еще и та отрасль, где правила чаще нарушают, чем соблюдают. Сегодня на рынке промышленного рыболовства округа представлено 159 хозяйствующих субъектов, 92% – индивидуальные предприниматели. За последние несколько лет прирост легальных рыболовов составил порядка 90%. Многие рыбаки выходят из тени, хотят рыбачить легально. Это связано с эффективными мерами, которые были предприняты в последнее время. Повышен контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Усилена ответственность как административная, так и уголовная за незаконный вылов рыбы. Позитивная динамика в сфере промышленного рыболовства прослеживается не только по количеству легальных рыболовов, но и объемов вылова рыбы. По итогам прошлого года в округе на 7% увеличилась рыбодобыча. Более 90% общего объема добывается на морском промысле. Большая часть поступает на российский берег, часть уходит на экспорт. Внутренняя же потребность округа составляет около 2000 тонн рыбы в год, рассчитанная исходя из потребительской корзины. Данный спрос покрывается за счет рыбы, которую добывают наши индивидуальные предприниматели, и также рыбы, которые привозят из регионов. Наши индивидуальные предприниматели добывают субъекты малого бизнеса, всего добывают порядка 300 тонн, 160 – это индивидуальные предприниматели. Последние два года мы оказывали поддержку данному направлению бизнеса. В основном это были субсидии на модернизацию, были гранты. И в 2016 году мы перешли на поддержку в виде микрозаймов, которые даются на приобретение техники и также на приобретение ларька в поселке Искатели. Увеличивается не только количество легальных рыбаков, объемы вылова, но и количество рыбопромысловых участков. Всей этой положительной динамике способствует индивидуальная работа специалистов Департамента природных ресурсов с населением региона. Накануне они побывали в Индиге и разъяснили жителям порядок создания рыбопромысловых участков. По результатам встречи один из жителей поселка Индига дополнительно подал заявление на создание дополнительного рыбопромыслового участка. На сегодня в перечень рыбопромысловых участков Ненецкого округа входит 54 участка для промышленного рыболовства, 30 речных и 24 озерных. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».